Всем привет! Решил вечерком прогуляться в нашей роще. Называется парк Гузовского. Вот здесь как сделали все красиво, аккуратно. Такие дорожки проложили, провели освещение. Очень интересно. Сейчас попробую пройтись. Посмотрю, до какой части леса сделали вот так, такие дорожки с освещением. Уже где-то 6 вечера. Народу никого нет почти. Сейчас посмотрим. Листва уже вся опала. Гулять очень комфортно, приятно. Не ощущается такого сильного ветра, как в городе. Там тоже какая-то аллейка с фонарями. Мне кажется, в этом лесу и грибы водятся. Сейчас как раз должны пойти уже зимние опята. Посмотрим, может что-нибудь тоже попадется. Конечно, рядом с городом я собирать их не буду, но ради интереса сейчас проверим. Где освещения нет, в лесу темно, темно, вообще ничего не видно. Так, тропинка закругляется. Посмотрим, куда она ведет. Вот хотел вам показать, как часть парка благоустроили. Там вот огонь вдалеке. Видимо, люди делают шашлыки в темноте. Там уже темно. Видите огонь? Костер. Достаточно длинная аллейка. Ну ладно, пойду еще пройдусь. Всем пока.